она начинает разбираться и хочет, чтобы у нее было лучше. Вот основная тема, я думаю, сегодняшнего вот собрания этого людей, да? А вот официальный митинг мы проведем, еще будем не один. Суды поданы. Московский район, 15 тысяч голосов украли. Приокский район, вчера был суд, и судья говорит, удивительно, есть протоколы участковых комиссий и есть протокол территориальной комиссии, где сразу же добавили 10 тысяч голосов, приписали. Дзержинский, я вот из Дзержинска там, так? В ночь после выборов, по протоколам, мы выиграли 35% у нас было, у «Единой России» 30%. Уже утром у них было 36, у нас 30. И если бы мы не открыли, извините, рот,